Абу-Рашид, тебе не обидно, что не удастся третий раунд противостояния со снайпером? Нет, не обидно. Шарип тоже непростой соперник, олимпийский чемпион. Ну, я думаю, завтра будет тяжелый день. Ты когда боролся, смотрел на другой ковер, поглядывал или там слышал, может быть, как развиваются события? Я поглядывал, но в конце уже этот 5-2 счет, когда был, я уже был уверен, что Шарип не из тех, которые просто так 3 балла даст. Как думаешь, с чем связано вот это поражение Снайдера? Он все-таки не успел сделать правильные выводы после поражения тебе в прошлом году. Ну, почему? Шарип тоже не подарок. Шарип может любого выиграть. Есть план на схватку с Шарифом на завтра? План у меня нет. Только повалить на Всевышнего. Выйду на